что дальше? Ну, блин, вторая партия была не очень интересна. Почему он играет? Не, ну, просто тут огромная разница в классе, если честно. У Артемия рейтинг 2800. 2790. Вот можете сейчас зайти на... Ну, на фидорейтингс или на 2700 чест и убедиться. Сколько ему лет? 17 или 18, 18, по-моему. Какой-то он серьезный, агрессивный. Ой, тут это просто деклассация. Я не знаю, почему у него такой маленький рейтинг на чистой, наверное, потому что он играет здесь мало. 2600 это же хорошо здесь. Нет. Ну это, ну не для него. Не, ну это отлично, то, что в нашем марафоне поучаствовал. Да, это в принципе, наверное, самый сильный соперник, с кем я вообще играл. Ну, по крайней мере, под запись точно. Накамура? Не, в Блиц, я, мне кажется, Артемий может сильнее, да. Так, ты куда собираешься коня одевать? На F4. А, то нормально. Так, H4. Почему король F1? На G2 его ведем или куда? Ну, просто пусть стоит здесь. Да, но... Ну, у нас, кстати, лучше, он белых лучше в этой позиции. Но... За счет коня на F5? Ой, на F4. Ну, плохая структура, лучшая фигура. Владик недавно играл с Накамурой и выиграл 7-1. Веришь? Не знаю, может. Я думаю, что он сильнее, скорее всего, Накамура в блиц, но 7-1, конечно. 2-3 нужно. Непонятно, что делать. Мне кажется, Владику тоже не особо понятно. Владик довольно удачно перекрутился, тут уже на белых не лучше. Король на F5 пришел, да? 8. Король E2. Не знаю, куда я давлю, в принципе, но и куда Владик давит, я тоже не знаю. Чё? Не страшно пешка висит? На F6 тоже висит. БКС вообще-то уже сидит. А мы можем в итоге своего короля открыть, так что я не уверен. Ну, нужно что-то делать в этой позиции, согласен? Да. А хватит спамить, реально понятно всем. Уйдут. 60 человек, кстати. Неплохо. Нет, бить Артемьева не начну, ни при каких обстоятельствах, к сожалению. Так, а пешку нельзя было забрать? Можно, я хочу больше забрать пешку. Задумался. Мне опять сломался экран. Не сломался. Ну, выбил и на B7. Какой здесь тактики, нет, супер? Что-то белых выиграно должно быть. Вообще-то просто лучше выиграно. Ферзи, может, хочет поменять. Это, наверное, лучшая сторона, нет? Там же конь F6, ой. Там же конь F6 еще, нет? Ну да. И можно брать. Бей слона. Слона на G4 нужно бить. Погоди. Ну, блин, побил слона, побил ладью на E8, все, победа.
Обесла побили нашу ладью. Так, у нас на F3 зависло. Сейчас он коня уберет куда-нибудь. Связали, завязали. Лишнее качество. Лишнее качество и мат. Ну нет, не мат, но... Короче, пешки сейчас пойдут в ферзи. Ну, а такую позицию выиграл, конечно. Что было на веселых минутках? Ну, ничего интересного не было. Хоть с Артемьевым, хоть с Каспаровым, что же все равно, наверное. D5. D6. Интересно? D7. Мат в 1. Да. 2-1 с Владом.